молоко. Ага, всем привет. Вот вышли на природу, сын поймал ящерку. Классная? Да. Как она дышит? Да, и она еще стоит на месте. Угу. Только что залезла в карман тебе, да? Она не залезла, а хотела на травку. А, хотела убежать. Угу. Они такие. Ой, что ты от камеры отворачиваешься? Лови ее. Ясенька, куда? Смотри, она еще уток. Угу. Ой, язычок какой у нее. Только нащипай не забавки. Угу. Ящерка, ты слышала? Ой, какой язычок. Ой. Только что в курточку пряталась. О, полезла. Иди сюда, ящерка. Красотуля, вот да? Такая у ящерки такой длинный. Если ее сильно долго терпать, она у нее отпадет хвост. Но он может вылезти, если она будет много пить. Угу. Может, ее отпустим, пускай бежит. Да. Бежи. Ай. Сейчас ай, домой спряталась. Бежит, да? Угу. Пока, ящерка. Пока. Пошли, мужики мои гуляют. Сейчас карантин. Нигде в общественное место нельзя, кроме магазина, и то быстренько. Зато у нас есть такая природа, куда можно выехать, немножко погулять. Вон недалеко село. Мы живем практически на краю села, так что это вообще не составляет труда. Лягушки квакают. Солнышко светит. Немножко на огороде поработали. Приехали отдыхать. Бабочка. Красотулька летает. Я думала, ты к маме бежишь. Ничего, ничего. И там он, бабочки. Сын, все по ящеркам. Так, все, будем ехать домой. Погуляли немножко.
Все, всем пока-пока.